друзья, или, как говорят местные, сио. Мы в Венгрии и едем в зоопарк, который называется Нью-Ред-Газа. Как-то так. Первая поездка в Европу. Мы уже на пропускном пункте. Немножко переживаем, не знаем, что показывать, какие документы, что говорить. Но у всех бывает первый раз. Для нас троих это первое пересечение границы в Европу на машине. Все вместе. Ура! Мы переехали границу. А, нет, еще какой-то контроль. Ура! Переехали границу наконец-то. Примерно час это все заняло. И мы в Венгрии. Все непонятно, цифры, буквы. Мы едем с друзьями, поэтому нам проще. Велосипедная дорожка. Вот вообще отдельная дорога от основной. И мы проезжали недавно мост, то есть два моста. Один мост для нас и отдельный мост для велосипедной дорожки. Но ведь здорово! Мы приехали в отель. Вот друзья забронировали. Он находится в 500 метрах от, 500 метрах от зоопарка. Сейчас мы, наверное, покормим деток. Потом пойдем в зоопарк! Ура! Ну что, рум-тур? Наш номер. Очень красивый номер. А ну, папа, отойди, смотри, какое зеркало. Вау, вау, какие кроватки. Очень красиво. Для Заряночки кроватка. Окна. Очень красиво, красиво. Я в восторге, как красиво. Так, что там в ванной? Ванной, ванной, ванной. Так. Все чистенько. Все красивенько, полотенечки. Ну, все, все как надо. Ура! Да, мне все нравится. Идем вот в тот уютный ресторанчик. А вот какая детская площадка, куда хочет Зарянка. А там вдалеке зоопарк. Потом пойдем после обеда. Какой тут сложный мостик. Молодчина. У тебя получилось, Зарянка. Ого! Держись крепко. За один заборчик держись. Зашли в зоопарк. Ура! Дождик, правда, немножко портит погоду. А, пингвины! Пингвинчики. Там где-то его лапки. Вау! Рыбки плавают. Wow.
Довольно? Довольно, да? Вот мы и нашли акул. Какие они огромные. Ого. Акула. Боже, как все необычно, как красиво. Просто нет слов. Клип. А мы в зоопарке, это просто невероятное место. Здесь настолько красиво. Можно снимать каждый уголок. Такое впечатление, как будто ты находишься в гостях у животных. Очень классно, очень. Не зря это зоопарк, один из лучших в Европе. Такие классные гвоздики для деток. И можно оставить где хочешь, и коляска не нужна. Носорог, рок и фазаны. А подвигай мне их шкира. Да, как панцирь. А вон за ними фазаны, смотри, какие. Вон настоящие слоны. Бизнес-центр Фламинго. Фламинго. Неописуемое. Игрюля? Мне прям страшно. Боже мой, как... Как будто бы я с ним не через стекло. Рука трясется. Да, в зоопарке он будет красивый. А я еще живу собачек. Угу. Нас просто не было. Какой же чудесный зоопарк. Мы гуляем уже несколько часов, и еще столько всего смотреть. Конечно, аналогов в Украине таких зоопарков нет. Поэтому, друзья, приглашаю вас в Венгрию посетить этот зоопарк. Он находится рядом с городом не помню, я напишу.
Слежу за павлином. Какой ты красивый.
поднялся на самый верх. Теперь будет оттуда съезжать. Понравилось, наверное. Нашли ведро Нутеллы. Я не знаю, сколько тут. Наверное, литра 3. А еще вот какая-то Нутелла для меня новая. Может, вы знаете, что за Нутелла? Расскажите. Уже едем домой из Венгрии. И такая усталость, приятная усталость. Активно провели 2 дня, вчера, сегодня. И сегодня мы были в аквапарке, были в местном торговом центре. Потом заехали в метро, и я вспомнила эти времена, когда было метро в Киеве. Мы набрали много продуктов, потом у нас не оказалось карточки. И хорошо, что мой муж вышел из положения, попросил людей нам одолжить карту. Погода сегодня хуже, чем вчера, плюс 10, дождь. Но мы довольны. Первая поездка оказалась интересной. Скоро граница. Очень надеемся, что быстро ее пересечем. Дрянка спит. Довольная. Много подарочков ей накупили, потому что впечатлили цены в местном торговом центре, в детском магазине. Просто смешные цены, вещи очень красивые, и нельзя было не взять. Тем более, что у Заряны есть такая необходимость вещам. Дорога хорошая. На автобане, а вот просто все лохтаки.